Всем привет, меня зовут Таня, вы смотрите канал «Атмосфера счастья», и сегодня в этом ролике я поделюсь с вами своими секретами по уходу за кожей лица, своей находкой, то, чем я пользуюсь, почему я пользуюсь, как я пользуюсь, потому что я на всю катушку использую уже, естественно, антивозрастной уход, потому что мне 35 лет, уже 35 с половиной, ну полных 35, и я очень довольна состоянием своей кожи, и даже мои зрители отмечают то, что у меня улучшился овал лица. Вам спасибо большое за комплименты. И я как раз таки сейчас расскажу, почему у меня пошел очень большой сдвиг. Потому что в этом году мало того, что я занимаюсь спортом, мало того, что я уже несколько лет как наладила свое питание, плюс еще в этом году я начала активно использовать микротоки в своем уходе. Ну и конечно, я продолжаю активно использовать антивозрастной уход. Причем я выбираю всегда качественный уход за кожей, качественную продукцию. Это же касается и бьюти-гаджетов для лица. Я всегда выбираю сейчас сертифицированную продукцию, проверенную продукцию, качественную продукцию. И, как я говорила, я активно пользуюсь микротоками EMS. И на самом деле от них действительно есть эффект, особенно если вы проходите курс, если вы не забрасываете. Для чего вообще нужны микротоки? Если вы вообще никогда о них не слышали, не пользовались, сейчас я вам расскажу. Микротоки используются в косметологии для получения моментального результата и для устранения несовершенств кожи. И сейчас мы живем в такое время, когда есть классный бьюти-гаджет, который можно абсолютно безопасно и эффективно использовать дома. И, конечно же, всеми этими благами надо обязательно пользоваться. Тем более, когда есть эффект от них. Что делают вообще микротоки? Они интенсивно, но при этом деликатно стимулируют мышцы и кожу, возвращая ей тонус. А это значит, что можно очень классно проработать возрастные изменения кожи, такие как мимические морщины, заломы, проработать и добиться своего идеального овала лица, особенно если у вас возрастные изменения только-только начинаются. Также микротоки прекрасно убирают отечность лица, что очень актуально по утрам, например, использовать. Я очень люблю микротоки, потому что сразу появляются скулы, сразу появляется красивый контур. Во-вторых, микротоки улучшают проницаемость кожи. Это означает, что те косметические средства, которые вы используете, и те активные ингредиенты, которые в них есть, они проникают в более глубокие слои кожи, глубже, работают более эффективно. Ну а в-третьих, очень важно отметить нормализацию обменных процессов в коже, потому что микротоки стимулируют кровообращение. Это означает, что клеткам кожи поступает больше кислорода и больше питательных веществ. И за счет этого, в том числе, конечно же, цвет лица, цвет кожи становится ярче, ровнее. И все это можно найти в одном маленьком девайсе, который поместится даже в самой маленькой дамской сумочке, который очень удобно всегда брать с собой. И я, собственно, его как раз-таки и на отдых брала с собой и использовала. Этот массажер от бренда Marutaka. Это такой маленький, но удаленький аппарат, называется он Face Creator от бренда Marutaka, как я говорила, и он мгновенно избавляет от утренней отечности, он мгновенно подтягивает кожу на лице, он мгновенно приподнимает веки, особенно если у вас нависшее веко, как я говорила. У меня даже нет такой проблемы нависшего века, но после того, как я утром в течение 10 минут примерно, иногда даже меньше, я делаю массаж, у меня даже бровь немножко приподнимается наверх. И у меня действительно здорово подтягивается по утрам лицо, и именно утром мне его и нравится использовать, потому что у меня сразу уходит отечность. Если я как-то неправильно спала лицом в подушку, уходят сразу же заломы, у меня сразу появляется более четкий контур, у меня красивый подбородок становится, у меня проявляются сразу же скулы более ярко выраженные. И все это, конечно, благодаря мощным микротокам вот в такой вот компактной упаковке. Я даже в отзывах читала, я вам оставлю ссылку, где я заказывала вот этот девайс от Marutaka. Я там читала как раз таки отзывы, и кто-то писал, что даже не верится, что такая маленькая штучка так круто работает. И это действительно так, она маленькая, но она очень мощная. Здесь 4 уровня мощности, я 4-й, еще чтобы вы понимали, даже не включала. Мне достаточно 2-го и 3-го уровня. 2-й уровень я использую на более тонкие участки кожи, 3-й уровень я использую на более плотные. И то я прямо ощущала, у меня все дребезжит, потому что это микротоки, потому что глубина прорабатываются мышцы на лице. Если вы когда-нибудь слышали про буккальный массаж, это как раз
таки глубинная проработка мышц, но глубинная проработка мышц подразумевается именно вручную, когда руку прямо в рот засовывают, но здесь можно вот этим всем не заниматься, не делать себе больно, просто вот этим одним гаджетом проделать тот же самый массаж, который по эффективности, возможно, будет еще и эффективнее. И также еще обратите внимание на форму этого массажера. Он захватывает чуть ли не половину лица, и он выглядит как массажер гуаша. И на самом деле это очень-очень-очень классно и очень эффективно прорабатывать именно вот такой плоской формой, овальной причем формы. Как раз таки вы захватываете все сразу проблемные участки, не нужно там что-то крутить, вертеть. Очень удобный, очень продуманный, универсальный вот такой гаджет, который всегда можно взять с собой, положить с собой. И что касается использования, я, конечно же, покажу вам, как его использовать. Здесь всего лишь одна кнопка. Настолько все просто, настолько все понятно. Вы включаете вот эту кнопочку, и там загорается зеленый свет. Это первый режим, самый слабый режим. Я рекомендую начать знакомство с микротоками именно с первого режима. Зеленый свет, как бы, да, зеленый вперед, как в светофоре. Что касается вот этого красного света, я уверена, что все мои зрители, если вы смотрите не первый мой ролик, вы слышали как минимум от меня про воздействие именно красного света. Он считается самым мощным по воздействию именно на кожу лица и как раз таки обладает тоже антивозрастным лифтинг эффектом. Он работает по умолчанию, как только вы включаете этот массажер. Первый режим зеленый. И далее, для того чтобы переключить режим, вы просто нажимаете на эту же кнопку, одну единственную, и включается синий свет. Третий режим, на котором я чаще всего работаю, особенно лоб, горизонтальные вот мои линии, моя межбровная морщина. Кстати говоря, моя межбровная морщина после того, как я начала на третьем режиме, вот этом оранжевом, заниматься и как раз таки делать массаж, у меня межбровная морщина менее выраженная стала. Надеюсь, что дальше будет еще лучше. И как раз таки четвертый режим, которым я никогда еще не пользовалась, даже не пробовала включать, это красный режим, он, наверное, прям супер мощный, но даже на этом оранжевом режиме вы прочувствуете всю силу микротоков, потому что у вас простимулируется там все вообще, все мышцы. И на самом деле даже приятные это ощущения, не ощущается никакой боли, очень комфортно с ним работать. Также, конечно, я обязана отметить, что у него есть режим вибрации, что тоже классно воздействует на кожу, в том числе и на тонус кожи. И заряжается этот аппарат достаточно быстро, буквально час-полтора часа для полной зарядки, когда загорается зеленый свет. И как давно я им уже пользуюсь, как давно я его тестирую. Я сейчас не снимаю ролики с первым впечатлением гаджетов, с распаковкой гаджетов, потому что в этом я не вижу смысла. Вот я им уже сколько пропользовалась, очень долгое время пользуюсь, уже прохожу второй курс, представьте себе. И я, конечно же, могу о нем рассказать. Я его ни разу еще не заряжала. Также хочу отметить, что у него есть очень удобный вот такой резиновый браслет. Но хотя я им, если честно, и не пользуюсь, потому что он легкий, он классно лежит на руке, он никогда не соскальзывает. Но если вы вдруг боитесь, то можно, конечно же, использовать этот браслет. Очень удобный такой, даже не резиновый, но такой силиконовый, очень приятный. Его можно снять, если вдруг он вам будет мешаться. Теперь, если вы задались вопросом, нужен мне этот бьюти-гаджет или нет, я вам расскажу про вообще показания, которые дает сам производитель. Это потеря упругости и тонуса кожи, брыли и второй подбородок, склонность к отекам, тусклая кожа с признаками усталости и стрессов и неровный цвет лица. И если вдруг вас этот массажер очень сильно заинтересовал и вы вдохновились моим рассказом, я вам обязательно оставлю ссылку. И хочу действительно отметить, что он реально работает. Это действительно классный девайс. И он очень простой. И в нем нет ничего лишнего. В нем есть только то, что в принципе мне нужно. В нем нет 50 тысяч каких-то различных функций ненужных, которые я не буду использовать. Здесь все, что нужно для меня, плюс еще идеальная форма, как я говорила. Единственное, это микротоки. Вы должны понимать, что на сухую кожу лица использовать такой девайс
нельзя. И у меня есть гель от бренда тоже Marutaka. У них, кстати говоря, уходовая линейка тоже достаточно большая. У них есть и сыворотки, и пенки для умывания, и много чего еще, потому что мне положили каталог, и здесь много всего интересного. Вы посмотрите, какое роскошество. Просто хочется смотреть на эту красоту. Очень красивое оформление и очень классные качества. И на самом деле именно с таким густым гелем, проводником хорошим, вы прочувствуете эти микротоки просто на 100%, на 1000%. Очень классный гель с классным составом. Он не засыхает на коже лица, но он специально разработан для того, чтобы проводить максимально эффективно как раз-таки эти процедуры с бьюти-гаджетами Marutaka. Они работают вместе очень-очень классно. Ссылки я обязательно оставлю и на гель, и на вот этот гаджет, вот этот девайс, который называется Face Creator. В красивой упаковке, кстати, на подарок, мне кажется, идеально, да? И вообще, даже когда я открывала вот эту посылку, все доставала, это насколько было приятно, все такое роскошное, все такое красивое, все как для какой-то королевы просто. Вот, и что я еще хотела сказать? Единственное, да, не забывайте, что желательно проводить все эти манипуляции, не то, что желательно, а нужно проводить по массажным линиям, конечно же, от центра к периферии. Мне очень нравится эффект, вот, так что я рекомендую. Можете ознакомиться с отзывами, можете посмотреть другие ролики, если они есть на YouTube, посмотреть на сторонних каких-то сайтах отзывы. Желаю вам всем красивой, чистой, молодой, сияющей кожи. Желаю вам прекрасного настроения. И пока-пока, до новых встреч в моих новых роликах. Ну и, конечно же, да, жду вас в комментариях. Обязательно делитесь, как вам эффект от массажера, как вам вообще ролик, заинтересовали микротоки или нет. И пока-пока на этом.